Вот еще раз этот эпизод. Вау! Ну просто демон. Просто демон. Он это отрабатывает на тренировках, он это использовал в игре, в официальных матчах в том числе. И он принес это с собой в медийку. Тут ведь главное не прыгнуть сальто. Если ты умеешь это делать, для тебя это большой проблемой не станет. Главное, понимая, что сильным удар не получится, что бить ты будешь, скорее всего, с носка и очень аккуратно обмануть вратаря. Перед исполнением.